Добрый день, как слышно меня? О, отлично. Отлично. Только вчера все тестировали, сегодня, разумеется, все по-другому. Генеральский эффект. Так, ну что, 5-минутная задержка, как раз всех подождали. Ну что, будем приступать? Товарищ Бендер, давайте разрешение. Отлично. Ребят, ну я думаю, что Родион вам инструкции, наверное, все дал по поводу общения в чате, по поводу ссылочек, по поводу подключения к вебинару. Если что, все вопросы можно задавать ему. Я думаю, Родион уже не первый раз вебинар устраивает, поэтому для него это не будет проблемой уже. Инструкция для этого подключения. Так, ну если звук хороший, давайте начинать. Сегодня у нас тема браслайт на уровне доступа и распределения. И, ну, пожалуй, начать стоит с того, чтобы представить себя. Зовут меня Евгений. На данный момент я работаю в компании RDP Инновации. Вообще специализируюсь на коммутации и маршрутизации. А сам вообще пришел из мобильных сетей. Раньше работал в мобильном операторе, следил за базовыми станциями, за контроллерами. Сети SDH, PDH. Ну, как-то так жизнь сложилась, что больше ушел в пакетную сеть. Я изучал Cisco и вот стал сертифицированным специалистом по Cisco, по микротику. Ну, также сертифицировался в области методологии разработки программного обеспечения, что дало возможность строить гибкие команды, разрабатывать продукт, ну и в целом создавать команды, которые создают что-то в нашей стране. Ну, здесь на слайде я оставил свои контакты, я всегда рад общению, в любом случае, с каждым из вас, с каждым клиентом. Для тех, кто не знаком с нашей компанией RDP, ну, пару слов о ней тогда скажу. Вообще RDP аббревиатура расшифровывается как Research Development and Partners, и, ну, я считаю, что мы полноправно заслужили такую аббревиатуру, и в целом эти слова четко нас характеризуют, потому что мы постоянно на контакте с клиентами, все каналы связи нам доступны, это мессенджеры, это почта, это общение по телефону 24 на 7. В целом компания занимается сетевым оборудованием и вообще начала свою деятельность еще в 2013 году, а на самом деле даже раньше. Корни идут от провайдера Экотелеком. В свое время возникла потребность в... Ну, у нас было исчерпание IP-адресов, разумеется, как и у всех. Цены на зарубежное оборудование, разумеется, были высокие, но и у наших генеральных директоров была предпринимательская смекалка, так скажем. Тем более у них уже были проекты по беспроводным маршрутизаторам в свое время. И вот они решили создать некий отдел, который будет заниматься продуктом или решением даже под названием NAT. Но вот в 2013 году были уже первые тендеры, но вот мы даже выиграли, обошли других претендентов, и зарубежных вендоров выиграли. Ну и вот так началась, собственно, вся наша линейка продуктов. URL-фильтрация, Brass 3 в одном. Дальше пошел роутер как раз в 2015 году и пришел, когда только статическая маршрутизация начиналась. Дальше пошел BGP, USPF, и все покатилось дальше. Мы пошли дальше по DPI, сделали недавно Quality of Experience продукт. Сейчас еще Balance сервис, очень похож на огромную Switch-фабрику с большим количеством 100G-шных интерфейсов и 40G-шных. Ну и сейчас, в принципе, компания движется в направлении, разумеется, Software Defined. Это сейчас модно, маркетинг, все дела, виртуализация различных функций и так далее. Здесь я хотел бы еще остановиться на вот какой детали. Если посмотреть на линейку продуктов, то видно, что у нас есть Brass, который был в 2014 году начинался разработка, и есть Brass на роутере. Вот я сейчас некоторые недопонимания, которые есть среди наших клиентов и так далее, внести ясность хотел в этот момент. А сейчас речь пойдет о Brass, который расположен на роутере, запущен.
Это брас, который поддерживает... В чем отличие от другого браса, который на платформе NAT? В том, что есть возможность поддержки PPPoE абонентов, а также есть возможности работать с абонентскими маршрутами на уровне L3. То есть мы можем их редистрибьютить в протокол маршрутизации различные. Мы видим это в таблицах маршрутизации. А браз, который на платформе Канат, так скажем, это прозрачное устройство, которое создает некие списки на основании NAT-правил. Они могут быть и эффективными, так скажем. И на основании этого даются какие-то политики и сервисы. И там есть только поддержка IPv6 абонентов. Но есть еще поддержка уже IPv6. В общем, продукты два разных, ведь сильно друг от друга отличаются. Еще раз повторюсь, речь сегодня пойдет как раз-таки о бразе, который на роутере, на L3. Ну, я думаю, можно на самом деле переходить уже непосредственно к самой главной теме. Ну, стоит начать с того, что вообще сегодня стоит ожидать от этого вебинара. Но я хотел обсудить как раз-таки популярные проблемы на уровне доступа и распределения, с которыми мы столкнулись, которые мы видели у клиентов. Просто хотел с вами поделиться некоторым опытом и некоторой базой, которая сложилась уже за некоторое время. Хотел показать некоторый базовый дизайн сетей, который, я думаю, что многие уже применяют, технологии некоторые, некоторые протоколы. И привести некоторые примеры топологии некоторых решений. И вместе с вами выбрать, какая из них лучшая. Потому что кому-то подойдет одна топология, одно решение, кому-то подойдет другая. Продемонстрировать различные конфигурации устройств не только на нашем оборудовании. Я не пытаюсь сейчас сделать никакую рекламу, нет, я хотел поговорить как раз-таки о теории. И порой даже, может быть, сухой теории, так, чтобы поскучнее было. Я такое люблю. Поэтому, ну, шучу, конечно, но в целом затронем какие-нибудь темы такие базовые. Ну и, пользуясь случаем, хотел, конечно, познакомиться с нашим брасом и с нашим кли на ЭКРаутере. Ну, увидите плюсы, минусы и так далее. По поводу... Да, Lang Queen Plus об интерфейсах. Да, Родион, спасибо, что ответил. Так, в целом, я буду, ну, смотреть, разумеется, я вижу ваши вопросы. В целом, в течение вебинара я буду на них отвечать. Какие-то я пропущу, и в конце вебинара на них обязательно отвечу. Родион, пока ты меня слышишь, можно тебя попросить, пожалуйста, отправить нашему руководству еще ссылочку на вебинар, если можно? Потому что в ближайшее время, возможно, к нам подключится Сергей, наш генеральный директор. Ему тоже есть что сказать, возможно. Спасибо большое, Родион. Ну, что еще мне хотелось, на самом деле, сказать? Вообще, в принципе, этим вебинаром показать. Но то, что есть готовы уже проверены какие-то временем решения, и продемонстрировать некоторые модифицированные решения. И, ну, вместе с вами взвесить все за и против. Вот. Также не упустить возможность найти все плюсы, которые есть при использовании нашего ЭКРаутера. То есть сам вебинар будет построен на том, чтобы показать решение, которое есть уже готовое. И вторая часть вебинара – показать, чем можно еще это решение дополнить. И вместе решить, здорово это, плохо это, применимо ли это в жизни или нет. И в ваших сетях, разумеется. Так, ну ближе к делу тогда. Проблемы в локальной сети. Разумеется, я писал не все. Это те, которые пришли на ум, которые в рамках нашего тайм-слота по вебинару можно обсудить, неспешно пробежаться по каждому. И сейчас я расскажу в целом о всех проблемах, которые буду говорить сегодня в локальных сетях, а также детально рассмотрим на следующих слайдах каждый из этих шагов. Ну, номер один – большой широковещательный сегмент, ни для кого не новость. Я думаю, каждый сетевой инженер в своей жизни сталкивается с проблемой, что он заходит в серверную, смотрит на свои коммутаторы, а там из портов просто гирлянда полная, их легче, чем стробоскоп. И, наверное же, есть, конечно, какое-то решение, сразу в голову приходит. Это ограничивать широковещательные сегменты. И по факту это самое простое и самое правильное решение. Не нужно ничего строить, не нужно никаких догадок. Кто-то какие-то цели вешает,
пытается бродкаст заблокировать. Нет, ребят, так не идет. Самое простое и правильное решение – мы должны разбить широкосетевой сегмент с помощью маршрутизаторов на несколько подсетей. Так, чтобы широкосетевой сегмент сузился в 2, а то и в 3 раза. А по поводу кольцев топологих СТП. Очень частый случай, что при настройке коммутаторов различных вендоров можно встретить проблему в работе протокола СТП. Создаются какие-то микросекундные кольца, что приводит к тому, что фреймы на L2 уровне модели оси начинают крутиться, кружиться, передаваться между коммутаторами. И поскольку, напомню, TTL никакого, аналога TTL в хедере Ethernet нету, этот пакет будет бесконечно скакать по этому кольцу от коммутатора к коммутатору. И пока какой-нибудь из линков вы не выдернете и этот пакет не заблокируется, непосредственно просто уйдет в дроп в корзину, пакет будет бесконечно кружить. Точнее, ладно, ошибся, не пакет, фрейм, конечно. Фрейм будет кружиться чрезмерно долго. По поводу функции безопасности. На коммутаторах часто можно встретить нехватку функций, таких как, допустим, Dynamic ARP Inspection или IPoE Source Guard. Все бы мы хотели, чтобы наши абоненты были, вели себя достойно, но часто можно встретить проблемы на сети, когда абонент пытается подменить адрес, подменить MAC, когда у него закончились деньги и так далее. Что еще хотелось, на чем внимание уделить, то что я сейчас не говорю конкретно про сети операторов в целом. Я сейчас говорю просто про различные сети, которые только могут быть. Это может быть как сеть оператора, это может быть ваш офис, это, возможно, новое подключение какого-то проекта, Wi-Fi камеры и так далее. Это отдельная некоторая локальная сеть, а может быть распределенная. Все эти вещи встречаются и там, и там. Следующий пункт – многоадресатная рассылка сообщений, мультикаст. Но тут ни для кого не новость, что это головная боль для многих. Бродкаст сообщения, как и мультикастные сообщения, часто ставят в уголу всего при наличии проблем на уровне L2. Напомню, что если трафик вошел в многоадресатный или широковещательный порт, он отправляется в этой виртуальной локальной сети во все порты, кроме того, откуда он пришел. Это правило действительно и для широковещательных сообщений, и для многоадресатных мультикастных сообщений тоже. Посмотрим, попробуем найти ряд решений для этого. По поводу нехватки централизованных функций COS. Часто можно встретить такую ситуацию, что... Да и я встречал в своей жизни, на самом деле, чего греха таить. При попытке настроить на уровне L2 COS я сталкивался с большими трудностями. Во-первых, не сказать, что этот функционал очень удобен и очень огромен. На разных коммутаторах, различных вендорах, разумеется, COS настраивается по-разному. А порой, даже у одного вендора на разных железках COS настраивается по-разному. В свое время я сталкивался с настройкой COS на свечах компании Cisco, и для меня это большая головная боль. Поэтому было бы очень удобно, если бы был какой-то элемент в схеме, который мог бы централизировать все эти политики и навешивать на абонентов, на офисные компьютеры, на кого угодно. Какие-то политики для качества обслуживания сети. И еще одна дополнительная проблема даже. Это скорее не проблема, а частое требование, что сетевые администраторы хотят больше внимания уделять своим абонентам в плане, они хотят видеть, что происходит в сети от абонента. Я сейчас не говорю ни про DPI, ни про исследование какие-то пакеты, что там в трафик какой передается. Я сейчас говорю просто понимать, что за абоненты сейчас якобы онлайн, что, какой трафик от абонентов летит, снимать с них какую-то статистику, понимать, от кого трафика больше, то есть какие-то базовые параметры, при этом не используя сторонних каких-то сервисов, того же радиуса или еще чего-то. Все можно добиться локально. Часто порой этого не хватает. Найдем решение этого. Сейчас можем переходить тогда уже более детально по каждому из пунктов. Вот касательно широковещательного сегмента, начнем с него. Я сразу буду говорить проблему, сразу буду предлагать решение. Возможно, с этими решениями, точнее, невозможно, а точно, я уверен, многие с ними знакомы. Идем дальше. В общем, широковещательный сегмент и СТП.
Я их объединил. Я указал просто базовый блок коммутаторов, как это выглядит. Обычная картинка из учебников. В принципе, вот этот наш, так скажем, корневой коммутатор SV0, разумеется, их может быть не один, а несколько. Два, три и так далее и больше. Но идея такая, что в схеме присутствует избыточность. Да? То, что SV1, switch 1, 2, 3 и 4, они соединены между собой. И если все порты этих устройств находятся в одном широковещательном сегменте, то порой, а даже очень часто, могут возникать большие проблемы. В связи с тем, что отправляются различные виды сообщения. Справа в колонке я привел эти типы сообщений, широковещательные. В данном случае DHCP, ARP, LDP, STP. Это просто как пример. STP под собой подразумевает использование мультикастного адреса, если я не ошибаюсь. И в чем основная идея? Как я уже сказал, не надо ничего здесь придумывать. В плане простоты решения нет ничего проще, чем, вероятно, добавить сюда L3 устройства, чтобы широковещательный сегмент сделать гораздо меньше. И вообще, что значит большой широковещательный сегмент вообще? Это 10 устройств, 20 или это там 100 компьютеров, 1000 пользователей? Что это такое большой? Многие вендоры могут вам дать какую-то точную цифру, якобы, которую нужно придерживаться. Но, разумеется, это не всегда так. Потому что если от одного пользователя идет огромное количество широковещательного трафика, то хоть там будет два пользователя или три, они могут положить полностью весь широковещательный сегмент. Проблема? Ну, конечно, проблема. Новая эта проблема? Разумеется, нет. Современные изобретения Ethernet, мне кажется, эта проблема есть. Так что же значит большой-то? В моем понимании большой для вендора, большой широковещательный сегмент означает то, что начинают срабатывать функции так называемого control plane policing. Наше устройство, мозги нашего устройства начинают обрабатывать пакеты. А обработка в чем заключается? Их нужно принять, если они пришли в большом количестве, и попытаться их дропнуть. А операция дропа, так называемая отправить пакеты в корзину, это совсем непросто. Она требует довольно больших вычислительных затрат и ресурсных затрат, разумеется. Поэтому большой широковещательный сегмент, правильнее ответить на этот вопрос так, что большим широковещательным сегментом называется тот сегмент, где присутствует огромное количество широковещательного мультикастного трафика, и при этом начинают отрабатывать control plane policing устройств. На схеме я привел объединение блоков коммутаторов несколько, то есть просто 4 сегмента. Но нужно обратить внимание, что между блоками я нарисовал всего один линк. Разумеется, этот линк логический, таких линков может быть несколько. То есть один блок из трех нижних может быть подключен двумя, тремя и большим количеством линков в сторону Core, в сторону вашей сети. Что же касается непосредственно протоколов, которые я здесь указал. Для каждого протокола здесь при огромном количестве сообщений, широковещательных, мультикастных, потребуется, как я сказал, отработка control plane policing. У каждого вендора она своя. И у каждого настройки тоже свои. То есть подразумевается, что мы можем дропнуть каждый 16-й пакет, когда у нас идет, допустим, доступ к DHCP пакетами огромными, каждый 20-й пакет. У каждого дефолтные настройки разные. И у каждого вендора они различаются. Если у вас мультивендорная среда, это становится вообще невыносимым. Выяснить, где и что. Приходится эти настройки как-то пытаться в одну гребенку сгрести, сделать эти настройки одинаковыми. Это большая проблема довольно-таки. Но какие? Вот с точки зрения control plane policing, получается, нужно делать rate limit, так называемый, по DHCP, делать его по ARP. Многие могут сказать, что LDP это не проблема, да, протокол для обнаружения устройств, который в открытом доступе, в открытом виде и может использоваться любым вендором. И базовая настройка LDP, если не ошибаюсь, занимает примерно, то есть один пакет в 30 секунд. Но если таких пользователей много, если устройств много, если есть телефоны, есть камеры, и каждый работает по LDP, если эти пакеты синхронизируются, то что в вашем широковещательном сегменте может быть? Конечно, могут быть проблемы. STP. Но с STP... Пожалуй, по степени траблшутинга, наверное, также сложно здесь все пытаться различить, пытаться найти какую-то проблему. Для многих специалистов возникают большие трудности при работе с STP.
Многие пытаются управлять параметр диаметр, так называемый в STP, это количество устройств в кольце или просто вот в STP-сегменте. Максимальное количество устройств. На основании этого параметра диаметр выставляются значения нужных таймеров. Как раз-таки max age, forwarding delay, вот касаемо STP, для более быстрой конвергенции сети, так скажем. Все попытки, вот на практике, которые были связаны с попыткой изменить параметр диаметр, сделать коммутаторов меньше или больше, к ничему хорошему не приводили. Особенно в мультивендорной среде, где нет поддержки таковой Perlan STP, Perlan STP Plus и так далее, где требуются протоколы MST и объединение с, как у большинства вендоров, обычной STP же, так называемый CST Common Spanning Tree. И вот объединение это все в один блок часто, очень часто вызывает проблемы. Что еще интересно, можно сказать про то, что многие забывают про такой параметр, как unicast flooding. Все думают о широковещании, о мультикасте, что это, о, это большая проблема. Но это не всегда так. Есть же unicast сообщение для нашего коммутатора, который отправляется, с адресом, где в поле destination MAC стоит адрес, которого нет у нас в таблице коммутации. Что свечи делают в таком случае? Ну, разумеется, как с мультикастом и широковещанием, отправляет их во все порты, кроме того, откуда он пришел. Как бороться? Но здорово, если на вашем коммутаторе есть специальные так называемые фичи или решения, которые может юникастный флудинг куда-то в отдельный влан выбросить. Но на обычных свечах, ну, так скажем, из более дешевого сегмента, вы такой функционал не найдете. И вся ваша сеть, разумеется, и агрегейшн, и аксесс вся будет в этих юникастных сообщениях. И ну, часто может привести к проблеме. И что самое важное здесь нужно еще отметить, даже если мы коммутаторы не добавляем в кольца, не добавляем никакой избыточности, проблемы в жизни все равно бывают как раз-таки из-за unicast flooding. Если у нас есть обычные ветки с коммутатором, проблема все равно может возникнуть. По поводу найти решение. Ну, там мы сказали, что можно использовать L3 маршрутизатор, и даже думать ничего не нужно. Часто можно встретить на сетях L3 коммутаторы, которые пытаются разделить сеть на различные VLAN. Это можно сделать с помощью маршрутизатора, не проблема. Но не всегда деление на VLAN есть решение вашей проблемы. В целом широковещание, да, оно будет только, ну, и мультикаст тоже. Они только в вашем VLAN, никуда дальше уходить не будут. Но проблемы могут быть. Решение с DHCP, Relay Proxy. То есть огромное количество сообщений DHCP могут обрабатываться устройством L3, и если на нем настроен так называемый релей-агент для перенаправления DHCP-сообщений в сторону DHCP-сервера, то гораздо удобнее эти DHCP-сообщения блокировать на устройстве L3. На релей. Как раз-таки Control Plane Policing будет обрабатывать. Для ARPA та же самая ситуация. Control Plane Policing в плане Rate Limit, как я сказал, по ARPU, может спокойно заблокировать весь ARP-трафик. То есть, если посмотреть на картинку, вот где три блока опять объединены в одну общую картинку, но где маршрутизатор сдвинут ниже, ближе к уровню access, то можно сказать, что все арпы, которые идут, они не пройдут дальше этих маршрутизаторов. Простое, банальное, понятное всем решение. Разбили широковещательный сегмент, решили огромное количество задач. Ну, про отдельный VLAN и unicast flooding вроде поговорили. Как решение, разумеется. Функции безопасности. Часто приходит запрос от клиентов, что можно, пожалуйста, реализовать эту функцию, потому что наши свечи не поддерживают какие-то private VLAN, не поддерживают Dynamic Arp Inspection, DHCP Snooping, IP Source Guard. Я привел лишь некоторые параметры, которые наиболее известны в данном случае. Но базовые параметры L2, CL, VLAN, CL, все они настраиваемы без проблем. Если использовать L3 устройства, маршрутизаторы, то можно найти несколько решений. И сегодня я покажу на нашем устройстве, на эко-раутере, несколько решений для осуществления безопасности по IP Source Card, например. Кстати, вот в плане Private VLAN, наверное, сюда, как видно, кисточка, наверное, сюда можно добавить
Private LAN вообще это цисковская аббревиатура, для того, чтобы можно было различные порты общались конкретно, ну, каждый с каждым. То есть можно какие-то порты выделить в один блок, какие-то порты можно выделить в другой блок, и четко назначить правила общения, что этот порт общается с этим, этот порт общается с этим. Пока этой фичи не было, старый функционал назывался, как сейчас помню, SwitchPort Protect назывался. Идея такая, что порт можно было назначить как SwitchPort Protect, и он общался только с транками. Со SwitchPortect портами он не общался. И, кстати, на D-Link'ах что-то было похожее. По-моему, это Traffic Segmentation назывался. Могу ошибаться. Traffic Segmentation. Ох. Traffic Segmentation. В принципе, весь вот этот набор функционалов Dynamic ARP, DHCP Snooping, IP SourceGuard, хочу напомнить, все эти три функционала основаны на DHCP Snooping. Что он под собой подразумевает? Что когда к нам прилетает пакет DHCP Discover на устройство, мы знаем, в какой порт он прилетел, из какого порта он вылетел. Сообщение DHCP между клиентом и сервером в базовом варианте выглядит как Discover, Offer, Request и ACK. DORA. Так вот, в момент этого общения наше устройство здесь может определить, с каких портов трафик входил, с каких выходил, и, соответственно, какой IP-адрес и какой MAC использовался в этих сообщениях. То есть создается запись конкретно IP, MAC, и мы знаем, что за абонент это был, с каким MAC он IP выходил. На основании этой записи и этой таблицы, ну и порты, соответственно, IN, OUT. На основании этих записей мы можем применять политики функций безопасности для проверки ARPA, для проверки смены IP-адреса абонентам и так далее. Но это, так сказать, база. Все основано на DHCP Snooping. Это центральный элемент в данном случае. На DHCP таблице. Функция COS и многоадресатные сообщения. Здесь бы я хотел сказать вот о чем. Как я сказал, что на свечах настройка коса, ну, это непростое решение. И настройка базовых вещей коса, такие как маркировка и классификация, даже не так, маркировка сделать на свечах, это действительно, это довольно-таки просто. А что касается обработки очередей на основе различных классификаций, обработка полисинга и шедулера, ну, это большая проблема же. Поэтому было бы здорово как можно ближе сдвинуть девайс L3 уровня, в данном случае маршрутизатор, к нашим коммутаторам. Ну и стандартной функции вообще просто по маркировке трафика было бы здорово, если бы это выполнялось на одном месте. Если бы не каждый пытался что-то делать, настраивать каждый свитч в отдельности. Было бы здорово, если бы был центральный элемент, который все это собирал и выдавал как нужно. В плане администрирования, но гораздо проще. А касаемо мультикаста. Меня сейчас от вас, кстати, интересно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто на своей сети мультикаст использует, иначе я его пропущу, чтобы не тратить ваше время. Ну, отлично. Значит, все-таки есть, да? Сейчас какая-то тенденция есть, что все переходят на Unicast, HTTP с IPTV. Ну, отлично, если еще мультикаст жив, я этому рад. Нет GMP снупинга. Напомню, GMP снупинг, значит, это вещь такая, что когда трафик мультикастный приходит на коммутатор, он отправляется во все свои порты. Кроме того, откуда он пришел. А GMP снупинг помогает сделать следующее. Он понимает, откуда пришел запрос от клиентов и выбирает нужные порты. То есть, вот, допустим, здесь клиент попросил мультикаст, и тут клиент попросил мультикаст, то трафик, получается, льется не во все порты, а только в два. Он пришел, ушел сюда и ушел сюда. Если же GMP-снупинга нету, то это большая проблема. И здесь
чтобы вообще GMP-ступень работал, помимо его наличия, еще очень важные требования есть. А GMP-снупинг очень хорошо, а точнее не очень хорошо, а правильно работает, если в вашем сегменте есть маршрутизатор. А именно идеальный вариант, если маршрутизатор, допустим, есть вот здесь, маршрутизатор есть вот здесь, и маршрутизатор есть вот здесь. Коммутатору гораздо легче работать с сообщениями, когда он видит некоторые пим-джойны. Вот Анатолий Батура правильно говорит. Конечно, без ступинга вообще мультикаст использовать. И следующий вариант касаемо поддержки GMP версии 3. Напомню, что GMP версии 3 нужен для того, чтобы у нас был работал мультикаст со source-спецификом, то есть мы могли четко указать, от какого сорса мы хотим принимать мультикастный трафик. Поддержка это есть только в GMP версии 3. На некоторых коммутаторах поддержки третьей версии нету. Очень здорово, когда здесь стоит коммутатор внизу рядом с клиентом, вот тут. Очень здорово вот здесь использовать так называемый PIM SSM Mapping. SSM Mapping. Таким образом, с помощью ACL без использования каких-то функций свечей мы можем отправить информацию о том, какой мультикастный трафик от какого сорса мы хотим применять. Так что очень здорово, если между коммутаторами где-то стоит L3 устройство, которое работает с PIM. Очень удобно. Сейчас я вот что хочу сказать. Получается, мы сейчас, в принципе, говорили о том, о чем многим из вас уже известно. Мы никакой велосипед не изобретали. Мы просто пытаемся добавить к нашему сегменту схемку, к нашему сегменту L3 устройства, чтобы разбить широковещательный домен и пытаться найти те плюсы, которые мы только что обсудили с вами. В принципе, уже существует готовое, стандартное, проверенное решение. Это вот пример конфигурации на Cisco. Это то, что мы встречали у клиентов очень часто. Идея вот такая, что здесь используются интерфейсы, подинтерфейсы, в которых указываются VLAN. Это, вероятно, используется модель VLAN per user. VLAN на юзера. Также она может использоваться просто в обычных моделях. Не обязательно тут QNQ должно быть или еще что-то. В данном случае просто один VLAN. Здесь есть попытка сохранить адресное пространство, использование IP-unnumbered loopback интерфейсов. Здесь есть некоторые политики ACL, причем они разные на двух интерфейсах, хотя могут быть одинаковые. Здесь отключен функционал прокси ARP для того, чтобы клиенты, абоненты могли между собой общаться в рамках коммутатор агрегации, L3 свеча, здесь это может быть 60, VS свечи, могут быть шеститонники, как их называют. И что самое интересное, при использовании IP unnumbered нельзя использовать абонентские маршруты в динамических протоколах маршрутизации. Как видно, выход из этого вот находит. Применяет policy-based routing на интерфейсах. То есть если пришел трафик на интерфейс, куда-то его отправить в нужный нам датчик интерфейс. По поводу маршрутов еще интересный момент. В данном случае подразумевается статическая настройка, и вот эти маршруты все добавляются руками. Таким образом, стандартный конфиг на CISC для коммутатора агрегации выглядел примерно на параметры, не знаю, 5-8 тысяч строк, один конфиг. Если использовать не статическую настройку клиентов, а динамическую через DHCP, то 10 тысяч строк напишу, то вот эти маршруты, в принципе, добавляются автоматически. Но в сети очень часто, да и в целом в жизни можно встретить ситуацию, где же есть жалобы, то, что на их коммутаторах и роутерах это не работает, что если вместо интерфейсов, обычных физических интерфейсов, логических интерфейсов, построенных на физических интерфейсах, вместо них использовать интерфейсы SVI,
с виланами, то их не может быть много. В целом все эти проблемы решаются, конечно, обновлением софта. Другой разговор, как это софт еще найти? Это уже другой вопрос. Вот это решение, которое, в принципе, многим знакомо. Использование модели WLAN per user или shared WLAN с попыткой сохранить адресное пространство и использование вот таких гибридных моделей на CISC. Очень частый конфиг с 10 тысячами строк. Я хочу предложить альтернативное решение, построенное на нашей модели. А именно, то есть все, о чем мы говорили, это не новость. А что, чем можно дополнить это устройство и какими функциями, чтобы оно дало как можно больше результата? Мое предложение – это добавить функции BRAS на это устройство, на маршрутизатор. Модели доступа с учетом времени, если что, мы будем обсуждать в конце. Это общая табличка. Я сюда привел некоторые вещи, которые можно будет обсудить в конце, без проблем. С различными моделями Shared WLAN, Per-User WLAN и гибридная модель, которая у нас была с SVI-интерфейсами и L3 устройством. То есть Shared WLAN, напомню, что у нас здесь L2 switch. Ну, в принципе, может быть и L3 стоять, а VLAN 1, 10, допустим, и тут 10. Это Shared WLAN. Если мы говорим про если мы будем говорить про Per-User WLAN, плохой цвет выбрал. Если мы говорим про Per-User WLAN, то, соответственно, здесь будет какой-то в нашем юзере 10, здесь будет 20. Также только тут девайс уже будет стоять L3. И гибридная модель, которая подразумевает дополнительные функции на коммутаторах, а именно, вот как, допустим, Анатолий подтвердил, про Traffic Segmentation, да, я вроде что да, вот Traffic Segmentation не будет работать без Proxy ARP. Абсолютно верно. Вот, соответственно, функции Proxy ARP настраиваются здесь. Давайте все-таки другим цветом выделим. Желтеньким. Функции Proxy ARP, Traffic Segmentation, Private VLAN, и это подразумевает гибридную модель, которые пользуются всеми плюсами Per-User WLAN, которая уже заслужила свое внимание, и решение, которым пользуется огромное количество провайдеров. Но также добавляет некоторый плюс при использовании адресов. Не приходится разбивать сетки на огромное количество подсетей и так далее. Так вот, решение. Добавить службы ААА локально. Функции аутентификации, учет за абонентскими сессиями, динамическую смену сервиса и разделение участков сети с функциями ААА. Но начать здесь, пожалуй, стоит с того, что часто путают вообще понятие аутентификации, авторизации и аккаунтинга. Давайте еще раз вспомним. Аутентификация отвечает на вопрос, можно ли абоненту выходить в интернет. То есть получен access request или access reject. Со стороны радиуса или локально, неважно. Авторизация подразумевает, какой сервис абоненту, с каким тарифом, с какой скоростью он может выходить в интернет. То есть, что абоненту, в принципе, можно. Аккаунтик отвечает на вопрос, сколько абонент потребляет, сколько он дает трафика, информация о том, сколько абонент передает, принимает данные. Это с точки зрения браса. Так вот, часто у сетевых администраторов возникает желание не только логически отделить, допустим, функции ААА для ваших юзеров и, допустим, для нового проекта с Wi-Fi камерами или какой-то новый парк подключается, еще какой-то новый сегмент сети. И сетевые администраторы пытаются это отделить от общего браса не только логически, но и физически на другом железе. Почему бы это не сделать? Почему бы не перенести функции ААА немного ближе к клиенту, сделать так, чтобы функции по основным абонентам отрабатывали на общем брасе, и чтобы это не мешало отрабатывать тем новым проектам, новым пользователям, новым учетным записям, за которыми требуется следить сетевым администратором, на другом устройстве, отдаленного от общего браса. Ну и, конечно, не помешать динамической смене абонентского сервиса. То есть днем один трафик, ночью другой. Все это можно сделать локально. А
Перед тем, как мы перейдем к браслайту еще на Экороуте и начнем полноценное знакомство, то есть сейчас я предлагаю применить политики ААА, используя наш браслайт, так называемый. Но перед тем, как применить политики, давайте я вам кое-что покажу, касаемо, вот мы говорили про КОС, про Бендвис, про все эти дела. Давайте я раз покажу вам про Бендвис Дилей немножко. Сейчас я попробую включить демонстрацию экрана. Так. Мне кажется, сейчас вы должны видеть. Так, мой экран видно сейчас? Так, ага, вижу плюсы. Есть такое понятие в сети, как Bandwidth Delay продукт. О нем я хотел поговорить. Часто это понятие можно услышать, когда говорят про так называемые фэт-линки. То есть, когда у нас есть большая полоса пропускания, будет, допустим, гигабитные интерфейсы, но при этом сервера, клиент и сервер расположены удаленно друг от друга. О чем это говорит? То, что в сети присутствует большая задержка. У нас есть большая полоса пропускания и есть большая задержка. Такие линки называют фэт-линками. Часто можно встретить в спутниковых сетях, когда есть однонаправленные линки или даже двунаправленные, часто можно, не то что часто, там всегда большая задержка. Но есть также однонаправленные линки и в реальной жизни, не только в обычных транспортных сетях и в сильно удаленных друг от друга площадках. Я хочу на примере утилиты iPerf показать, как влияет TCP-шный Windows Size на это. Дать, так сказать, некоторый совет. Вот сейчас у меня здесь два окна. На одном будет запущен сервер, на другом будет запущен клиент. Слева сервер, справа клиент. Это все находится в моей локальной сети. Сейчас даже вопрос не в этом. Я показать некоторые. Хочу показать работу Bandwidth Delay продукта этого в действии. Вообще параметр Bandwidth Delay продукт подразумевает математическую формулу. Это полоса пропускания, которая у нас есть на линке, она умножается на ту задержку, на параметр RTT, который у нас есть в сети. Ну, и для тех, кто не помнит, что такое параметр RTT, то при пинге, разумеется, можно увидеть вот значение RTT. Это время, которое было затрачено на отправку SYN со стороны клиента и получение ответа. Это в данном случае, в случае TCP. В случае пинга, соответственно, отправки пакета reply, этот request и получение reply от сервера. То есть задержка для распространения пакета от и до. Так вот, если мы запустим iPerf сервер с Windows Size параметром на уровне L4, то есть размер TCP окна 2000, но это получается 2 килобайта. И я запущу клиента. Линк у меня 100 мегабитный. Давайте посмотрим, что будет. Придется немножко подождать. Обратите внимание, какую скорость линки мы получили. Порядка 20 мегабит в секунду. Давайте я увеличу размер TCP окна. 3000. То есть сейчас мы просто меряем производительность. Управляется огромное количество пакетов TCP с Windows Size 4000. 40 мегабит. Напомню, линк 100 мегабитный. Давайте идем дальше. Просто я хочу, чтобы вы почувствовали разницу размера влияния TCP окна в целом на передачу информации в сети. Как можно заметить, у меня здесь RTT в любом случае будет небольшой, порядка 0,3 миллисекунд. О, собственно, мы вряд ли уже получим результат лучше. У нас есть Windows сайт с размером 8 килобайт. И для такого размера TCP окна скорость, вероятно, будет оптимальной. Наверное, дальнейшее увеличение вряд ли поможет. Давайте еще в 2 раза увеличим.
Заметного увеличения, вероятно, не должно быть для 100-мегабитного интерфейса. Ну да, так и есть, 93, мы практически на пике. Что я хотел этим показать? Когда я говорил про КОС, если ваши площадки, ваши офисы расположены очень удаленно друг от друга, и у вас очень большой РТТ, так называемая задержка, и вы пользуетесь вот этим удаленным сервисом со своей площадки, являясь клиентом, а ваш сервис находится далеко, какое-то приложение специально запущенное для ваших сотрудников или еще чего-то, то вы можете для этого линка поиграть с размером TCP-окна. Здесь я вот боюсь вас запутать, но обратите внимание, параметр TCP-окна в момент общения TCP, разумеется, это вещь динамическая, она не постоянная. Она то больше, то меньше в зависимости от того, что у вас на сети происходит. Но вот этот параметр, который выставляется iPerform, ну, разумеется, это приложение, оно жестко меряет. Но вообще параметр вот этот можно выставить так называемый initial TCP window, тот, который будет устанавливаться при начальном соединении к вашему приложению. Таким образом, подобрав оптимальный размер TCP-окна для вашего приложения, вы можете поднять до 15-20 мегабит на ваших линках. И не обязательно нужно что-то делать на вашем, с кодом непосредственно вашего сервиса. Возможно, путем решения будет это подстройка некоторых параметров TCP-стека в вашей операционной системе. Ну, учитывая Linux, что Linux все есть файл, настройка выглядит так, что нужно в файле где-то поставить 0, где-то единичку, где-то там выставить размер TCP, initial TCP-окна, для того, чтобы улучшить ваши TCP-соединения на так называемых FAT-линках, где большой RTT. Обратите на это внимание. Кстати, раз уж я заговорил, я поделюсь, наверное, ссылкой, я сохраню ссылочки для расчета для ваших линков с учетом RTT, как и что должно быть. Мне кажется, ссылка удобная, сейчас я передам. Так, прихожу обратно на демонстрацию. Вот ссылочка для расчета. Вот кому-то будет полезно. Родион, подскажи, пожалуйста, у нас сейчас время есть больше 12 или нет? Потому что, я так понимаю, Сергей есть, да? Ну, отлично, тогда я продолжаю. Сергей, думаю, попозже может подключиться в любом случае. Так, давайте знакомиться с эко-раутером. Итак, мы определили, что есть у нас маршрутизатор, который поможет нам сократить размер широковещательного сегмента. Абсолютно не новость. Что предлагаю? Предлагаю добавить функции BRAS как можно ближе к клиенту. Сделать локальные функции AA для простоты настройки, для уменьшения конфига, для того, чтобы сохранить адресное пространство, для того, чтобы была возможность управлять абонентскими сессиями, для того, чтобы менять сервис у абонента, чтобы следить за абонентом в плане аккаунтинга, что конкретно по каждой камере или по каждому Wi-Fi устройству происходит. Вашему вниманию BRAS Lite на эко-роутер. Под собой коробка эко-раутера подразумевает не одно устройство, а четыре как таковых. Это устройство коммутации и маршрутизации, понятно, мы можем работать с нашими бриджами, с нашими виртуальными роутерами, VRF-ами и так далее. Сервер широковолосного доступа, непосредственно функции BRAS в эко-раутере есть, для того, чтобы осуществлять так называемую терминацию абонентов. Хотя я ненавижу этот глагол в плане терминировать, который означает завершать. Но с учетом маркетинга, вероятно, другого варианта не подобрать. По поводу того, что у нас есть поддержка виртуальных машин, здесь добавить хотелось вот что. С учетом локальных функций ААА вы можете запускать различные сервера, радиус, допустим, сервера, на нашей локальной машине, на нашей платформе. То есть, если вдруг есть необходимость осуществлять аутентификацию абонентов локально, прям полностью, вместе с отправкой радиосообщений, вместе с аккаунтингом, в принципе, все это можно сделать на виртуальном сервисе, запущенном на нашей платформе. Но базовая настройка подразумевает обычные локальные настройки, где сама конфигурация подразумевает, что какие-то абоненты аутентифицированы, какие-то нет на основе аксесс-листов. Но это я все покажу. Так. Давайте идти дальше.
По поводу функционала NicoRouter, здесь доступны все базовые фичи, связанные с роутингом, то есть популярный протокол маршрутизации OSPF, SIS, BGP, статическая маршрутизация, доступны различные типы интерфейсов, 1G, 10G, 25G, были попытки реализации 100G интерфейсов, все эти вещи делаем по запросу. Функции косы безопасности, запуска AA, Control Plane Policing, осуществление лагов, PPPoE абоненты, L2, все это есть. Весь необходимый функционал для того, чтобы встать на вашей сети, в ЭКО-раутере есть, и он имеется. Давайте поговорим, какие типы абонентских сессий, в принципе, есть на нем. Если взять физическую среду абонента как Ethernet, то можно увидеть то, что у нас абоненты могут ходить по чистому Ethernet. Это как раз-таки IPoE абоненты. И также осуществление PPPoE сессий, где у нас протокол PPP идет через Ethernet. Сегодня вот эту ветку, я думаю, мы рассматривать сейчас не будем. Нас интересуют какие-то простые сценарии. То есть мы возьмем вот эту ветку. Мы знакомимся с роутером. Настроить можно много сложных всяких вещей. Сегодня по базовым вещам пройдемся. Настройка IPoE. Бывает с настройкой локально IP на компьютере мы ставим статический адрес, либо абонент с удаленными настройками, который получает у тебя IP, дефолтный gateway, DNS по DHCP. В свою очередь, IPoE абоненты делятся на два вида. Это IPoE абоненты типа L2 и типа L3. Но есть необходимость напомнить. Часто бывает путаница. Если есть наш BRAS, и абоненты находятся в одном широковещательном сегменте с интерфейсом BRAS уровня L3, то это IPoE L2 абонент. Если клиент находится за маршрутизатором, то есть есть роутер, от него идет еще один BRAS. Точнее, даже не еще один, а вот это BRAS, а в данном случае вот это роутер. То есть клиент находится в другой широковещательной сети, нежели BRAS. Такой абонент называется L3. С точки зрения реализации функционала для таких абонентов, абсолютно все разные функции, код совершенно другой, логика другая. Все не так просто с вот этими ребятами. Ну и, разумеется, L2 могут быть как локальные полученные настройки, так и по DHCP. В данном случае локальные полученные, локально сконфигурированные адреса для L2, для L3 и динамически для L2 и для L3. Вот какие типы абонентов есть и какие типы абонентов поддерживаются на BRAS. Чтобы на BRAS поймать абонентскую сессию, чтобы на нее навесить какую-то политику в нашем роутере, мы используем префикс-листы. По факту можно просто в голове держать, что используются некоторые ACL, просто какие-то некоторые access-листы, к которым все привыкли, access-control-list. Для того, чтобы поймать адрес, вот, допустим, я ловлю абонента 101, и после этого этот префикс-лист я применяю в определенной мапе, так называемой, мы сейчас до этого дойдем, и для этого адреса я буду применять какой-то уже сервис, локально сконфигурированный. Либо полученный с радиуса, это уже как вам удобно. Здесь я просто привел пример, как эти префикс-листы могут создаваться. В целом, абоненты, мало того, что они... вот здесь очень важно не запутаться. У нас есть абоненты, которые могут быть сконфигурированы, для них IP-шник может быть сконфигурирован локально на компьютере, может быть получен по DHCP. Помните, показывал конфигурацию Cisco, и мы видели, что там конфигурация маршрутов и каждого интерфейса идет статически. Сетевому администратору приходится постоянно вводить новый маршрут, создавать новый интерфейс. И если используется DHCP, то вся эта вещь, то маршрут создается динамически. В наших устройствах, как для статических абонентов, так и для динамических, все эти записи могут создаваться автоматически динамикой. Не нужно постоянно создавать эти записи. То есть конфигурация из 10 тысяч строк превращается в 20, в 25 строк. Управлять таким конфигом гораздо проще.
Для управления есть два варианта: статик и динамик. Динамик подразумевает то, что мы этого абонента как раз-таки получаем динамически, все его параметры, все эти маршруты. И статически, если вдруг есть такая потребность, абонента можно задать статически, если такая потребность есть. Ну, в данной концепции PPP мы не рассматриваем, но на PPP и абонентов, разумеется, тоже можно навести какой-либо сервис. Только там, разумеется, никаких IP-адресов в данном случае нету, потому что PPUE-сессия изначально при инициализации никакого IP-адреса не имеет. И так ее не поймаешь, эту сессию. Там используются другие механизмы. Но об этом как-нибудь в другой раз. Есть очень важная вещь для того, чтобы понять принцип работы портов сетевых интерфейсов на наших устройствах. Начну с очень важной вещи при работе с нашей и при конфигурации наших устройств. Мы отделили понятие интерфейс от понятия порт. Порт – это относится к уровню L1, L2 модели оси. Интерфейс относится к понятию уровня L3. То есть IP-адресация, маршрутизация, интерфейс. MAC-адрес, физический подуровни – это порт. Помимо этого, это первый момент. Второй момент. На всех устройствах, ну ладно, вру, не на всех, на большинстве устройств можно увидеть, что понятие VLAN на устройстве глобально. Это что значит? То, что есть, допустим, коммутатор, приходит... Что же такое-то? Есть коммутатор... Приходит какой-то трафик сюда с тегом 10. И сверху приходит трафик тоже с тегом 10. Тоже с тегом 10. Все информация о MAC-адресах и в целом все это будет храниться в одной CAM-таблице, так называемой. То есть понятие VLAN глобально. Мы не можем сделать так, что вот этот интерфейс придет трафик с 10 VLAN, и он не попадет вот в какой-то внутренний бридж. Не может быть такого. Это один общий широковещательный сегмент в 10 VLAN. На наших же устройствах понятие бридж, оно виртуально. То есть, если посмотреть на рисунок, то можно увидеть, что вот сюда... в этот порт приходит 200 VLAN. И вот в этот порт приходит 200 VLAN. И заметьте, трафик отсюда идет в бридж и работает вот с этим портом. А этот трафик от этого VLAN идет вот на интерфейс и поднимается на уровень L3. Таким образом, понятие VLAN на наших устройствах не глобально. Абсолютно одинаковый трафик, приходящий на разные порты, может быть обработан по-разному, находиться в разных широковещательных сегментах, и из-за этого есть огромный плюс. А именно, все понятия, о которых мы говорили, про private VLAN, про traffic segmentation, вот Анатолий вспомнил, про switchport protected, на наших устройствах делать гораздо проще, потому что сама архитектура решений подразумевает, что всем трафиком и тегами мы управляем как хотим. Хотим в бридж. Хотим в интерфейс BDI, хотим в туннель отправляем, хотим просто на обычный интерфейс, а хотим просто берем, есть пример, да, есть, просто из порта в порт отправляем трафик. В общем, здесь что душе угодно сетевому администратору. К этому, возможно, нужно привыкнуть, спору нет, но работать после этого гораздо проще и трафиком управлять гораздо проще. Давайте перейдем уже к настройке. С учетом того, что мы вышли за некоторые пределы времени, как я ожидал, в плане того, что мы уже больше часа, да, общаемся, ну, час ровно, давайте я сразу вот эти примеры настройки покажу сразу на маршрутизаторе. Наверное, так будет удобнее. Лишь остановлюсь здесь на некоторых деталях, которые наиболее интересны. А именно, для настройки IPUE главным параметром у нас является subscriber map.
Для тех, кто знаком с терминологией и с конфигурацией маршрутизаторов Cisco, есть такое понятие, как roadmap, да? Где мы что-то матчим и с этим. Subscriber map работает по той же аналогии. Мы матчим, пытаемся поймать абонента, а именно его адрес, как я говорил, с этими листами, и пытаемся что-то ему навесить, будь то какой-то локальный сервис, будь то какой-то сервис скучный с АА. Сейчас не берите в голову, главное понимать саму концепцию. Есть subscriber map, заматчили с помощью ACL, поставили какой-то сервис с помощью SET. Не обязательно только сервис, там можно таймеры различные ставить и так далее. Я сейчас под словом сервис подразумеваю скорость. Простейший вариант. Как я сказал, сессии бывают статические и бывают динамические. Нас в данном случае в контексте уменьшения конфигурации интересуют динамические сессии, разумеется. Мы не хотим его конфигурить. Я не хочу, чтобы у меня таблица маршрутизации, я заполнял руками все 10 тысяч строк. Это с ума можно сойти, скрипты какие-то писать. Зачем? Пусть Brass сам узнает все маршруты и сами автоматически строит. Применение subscriber map'а как такового. Применение subscriber map'а осуществляется на интерфейсе. То есть, если сейчас эту настройку мы сделаем на роутере, не давайте подробности. То есть, есть subscriber map, и этот subscriber map привязывается к некоторому интерфейсу на уровне L3. То есть трафик, приходящий на интерфейс Ethernet, интерфейс BMA1 с таким-то IP-адресом, на котором есть, ну, тут в данном случае DHCP-ретранслятор, на него навешивается некоторый subscriber map, который матчит оппонентов и навешивает им сервис. Все это делается динамически. С помощью использования параметра SessionTriggerDHCP или SessionTrigger, есть еще параметр IP, у нас, в отличие от Cisco того же, появляется возможность динамически создавать маршрут. То есть, как только на Brass прилетает трафик, в случае IP, я сейчас говорю, первый пакет от абонента, у которого уже есть IP-шник, у нас сразу создается запись. Такая. Это по одному абоненту, это по второму абоненту и так далее. В случае DHCP запись создается автоматически, как только абонент, то есть это мы статикой задали, я напишу S. И здесь S. А есть абонент, который с помощью... А есть абонент, который по DHCP получает. Как только прошла DORA, Discover Offer Request ACK, у нас сразу появляется запись. Таких интерфейсов может быть не один, их может быть несколько. У вас есть возможность задавать secondary адреса, то есть не только один адрес использовать, а несколько. То есть если мы хотим использовать белые IP-адреса, добавляем сюда как secondary под сеть с белыми IP-адресами. И где я говорил про привязку с портов и интерфейсов, вот так она выглядит в простейшем варианте для интерфейса BMI. Мы должны уровень L2 связать с уровнем L3. Мы говорим, что в порт E0 приходящий трафик с тегами от 1 до 100, VLAN теги до 1Q, должны быть приконнекчены к интерфейсу BMI1. Даже не нужно париться, снимать их, как-то навешивать что-то новое. Интерфейс BMI все сделает за вас. Автоматически создаст запись с информацией об IP-адресе, о MAC-е, на какой порт пришел трафик, с какими тегами пришел абонент и так далее. Какой сервис на нем будет висеть в будущем. А перед тем, как подвести итоги, давайте как раз-таки я продемонстрирую это на нашем устройстве, в виртуальной среде. Подскажите, пожалуйста, видно мой экран, то, что сейчас схема GNS открыта? Вижу, видно. Опа, Евгения не видно. Евгений, видимо, какие-то локальные проблемы, думаю, у вас. Схема не маленькая, но по факту
Давайте-ка я сделаю вот так. Сейчас я их закрою вообще, чтобы не мешало. Чтобы не мешало, как говорится. Еще раз. Неважно. В общем, нас интересует сейчас вот этот сегмент. То есть у нас есть брас. В данном случае это ЭК1, сдвинутый как можно ближе к клиентам. Клиентом является Cisco R4 и PCS-компьютер PC3. Это IP-UEL2 клиенты, которые находятся в широкосетном сегменте 172.101.0/30. Вранье, не 30, 29. Есть DHCP-сервер, абоненты будут получать адрес по DHCP. И есть некоторая эмуляция интернета, что ли. В данном случае я поставил устройство Cisco. В принципе, сети все видны, картинка становится маленькой. 172.103/16, 172.102/16, 172.101/29. Давайте зайдем в консоль роутера. Уже открыто. Кто с нашим клини не знаком, сейчас, я думаю, станет вот, увеличу размер шрифта, чтобы получше видно было. И подниму наверх. В принципе, нам эта картинка интересна только снизу, по-хорошему. Ну, ДХЦП там и ДХЦП. Ничего интересного. Так. Сейчас там у меня какая-то конфигурация уже устройств есть. Давайте-ка я ее чищу. И сделаем reload. Роутер был. Роутер брас. Я загружу консоли наших клиентов. Чтобы они тоже видны были. А вот это мы, наверное, закрыто. Так. Все вроде видно. Так, давайте переходить к настройке. Я буду настраивать динамическую настройку абонентов на BRAS это раутер. Тип абонентов IP-UEL2. Они настройки будут получать по DHCP. Никакая проблема сделать это через статику, через DHCP интерес. В данном случае базовыми логин и пароль являются у нас вход в устройство админ-админ. Начинаем конфигурировать. В принципе, те, кто знаком с интерфейсом клей Cisco, в нашем клей будет комфортно. То есть у нас те же самые режимы конфигурации, все есть. User exec, enable exec, config и context config. Все это есть. Так, давайте начнем с конфигурации. Я исхожу из таких соображений. Я хочу интерфейс BRAS, это у нас здесь предопределенное название, интерфейс BMI-1. Я хочу задать ему адрес. Это 172.101.0.100. У нас можно задавать через слэш 29. Отлично. И интерфейс в сторону DHCP и в сторону интернета хочу. Названия интерфейсов у нас могут быть любые, то есть это никакой привязки к ним нет. Задаю адреса. 172.102.0.100.
0,116. И в сторону интернета то же самое, только 103. Теперь я хочу привязать порты к интерфейсу. Делаем связку L23. Трафик пришел в порт, я должен его поднять на уровень L3. Порты у меня обозначены как порт TE0, TE1 и TE2. Давайте с порта TE0 начнем. Сервис Instance определяет тип сервиса, который будет тип сервиса для порта, что важно. Сейчас объясню, что это значит. Так, это TE0 в сторону юзеров, давайте назовем users. Тип сервиса, в смысле, в этот порт я определяю трафик, что трафик может пойти и в бридж, и подняться на уровень IP, и в порт. И что это может быть MPLS? Вот что определяет сервис instance. То есть это сервис для порта непосредственно. Так, ну меня интересует трафик. Я теги никакие делать не буду. Я говорю, что encapsulation target. Весь входящий трафик, который не тегированный, поднять на уровень L3, а именно в брас. Ну, аналогичную операцию делаю для других портов и интерфейсов. Этот смотрит в сторону DHCP, я называю его DHCP в качестве удобства. Тоже трафик не тегированный, коннектом к интерфейсу DHCP. И есть порт E2. В сторону интернета назову интернет. Имена любые, тоже не тегированные, и тоже к интерфейсу. Интернет. Отлично. На устройстве R3 можете запрет. Там есть loopback создан с адресом 888. Ну, давайте что туда пропишем, чтобы он был. Как видим, настройка статических маршрутов абсолютно такая же. Это 172.103.03. Так, что у нас сейчас в таблице маршрутизации? Три connected маршрута, directly, и статический маршрут. В целом, синтаксис команд очень похож. Я думаю, трудности не должно возникать при настройке. Так, вот теперь самое интересное. Начну я вот с чего. Начну я не с попытки поймать абонентов и их IP-адрес, а начну с настройки сервисов как таковых. Это делается следующим образом. Давайте я побольше окно сделаю, чтобы удобнее было. Вот эти уберу пока, чтобы не мешали. Начинаем с фильтр мапы. Что это такое и для чего это нужно? Я хочу построить политики для ICMP трафика от абонентов. То есть я начинаю с сервиса. Это фильтр мапы, это обычный access list. К нам он пришел, в свое время мы нашли эту реализацию у вендора Juniper, нам очень понравилось, мы решили реализовать похожим образом. Почему бы и нет, если люди к этому привыкли. Я матчу протокол SMP. Так адреса мне не важны. Я просто говорю, что любой SMP трафик. И я его разрешаю. То есть это стандартный, в принципе, access list. Теперь я хочу этот сервис начать применять политиках непосредственно. Я говорю сервис policy. Назову его так же, пускай называется SMP. И здесь я указываю скорости в направлении in и в направлении out. Ну, пускай не туда зашел. Прошу прощения, смотри, что-то не то. Все, что связано с сабскрайбером, называется subscriber policy. Service policy это для COS. Не то. ICMP. Указываем bandwidth в мегабитах, пускай 10.
ну, в направлении in и out. Не привязываем наш сервис, который создается с помощью фильтр-мапов. Set, фильтр-мап, направление in, ICMP и направление out. То есть сейчас у меня есть с помощью showrun вот этот свой конфиг. Сейчас у меня есть фильтр-мап, который привязан к subscriber policy. И указано, что SMP трафик в направлении in-out должен быть не превышать 10 мегабит. Давайте я сервис полис уберу, чтобы не смущен. Так, теперь переходим к самому сервису. В данном случае я тоже назову его SMP, хотя можно было назвать как угодно. Эту policy нужно привязать к сервису. Set policy ICMP. То есть мы наш subscriber policy привязали к сервису. Это тот сервис, который будет выдаваться клиенту локально. Сервис готов. Теперь давайте попытаемся поймать абонентов и навесить на них вот этот subscriber сервис, который мы создали. У меня здесь сеть вот такая. С помощью префикс-листа я попытаюсь ее замачить. Я назову ее users. Permit. Правило, которое должно мачить абонент. 172, 101, 0, 0, слэш, 29. В префикс-листах я даже не пользуюсь параметрами для указания маски. Мне это не нужно. Мы это исключили. В данном случае подразумеваются все адреса, которые со слэш 29 до слэш 32. Префикс-лист я создал. Теперь самым важным параметром для IPUE является мапа, subscriber map. Пускай она будет тоже users. Она, как и roadmap, имеет в CSS-ке имеет sequence number. То есть мапа будет обрабатываться первая с наименьшим номером. Ну, допустим, 10. Я матчу, говорю, что это динамически будет. Наш префикс-лист, который называется users, тоже. И говорю, этим абонентам навесить сервис. Сервис мы назвали, по-моему, SMP, если не ошибаюсь. Да, SMP. Все, что мне остается сделать, это к интерфейсу BMI, который братцевский интерфейс, привязать к subscriber map. Subscriber map. Я подразумевал, что абоненты будут получать адрес по DHCP. Давайте DHCP relay настроим по-быстрому. Здесь настройки будут совсем простые. DHCP profile. Указываем адрес сервера. Давайте мы с него начнем. Выберем режим сначала, правильно. Режим пусть будет прокси. Разные режимы, сейчас детали не будем смотреть. Различных режимов прокси, либо обычный релей. Но в целом прокси дает гораздо больше информации нам. И можно будет смотреть информацию конкретно по каждому абоненту, как он DHCP получил. А также можно будет управлять очень важным параметром при аварии на IPv6 сети, что является очень большой проблемой. Так как все же помнят, самая главная проблема для IPv6. Из-за того, что в DHCP нет служебного сообщения для того, чтобы абонент переполучил IP-адрес, другого варианта, как управление лизами, то есть коротким промежутком, нету. 500 секунд. Так, и... Сценарий тот же. Мы привязываем к интерфейсу BMI наш DHCP профайл. Теперь получается, что... Свернем пока. Трафик, приходящий от абонентов, от R4, от PC3, будет приходить на наш BRAS. В данном случае DHCP Discover. Будет обмен сообщений между DHCP.
И после этого, после получения IP-адреса, можно будет выходить в интернет. Что интересно, здесь на интерфейсе VMI по умолчанию у нас как-то стоит session trigger, что является триггером сессии, в данном случае HTTP. Давайте, дабы подтвердить возможность использования session trigger IP, чтобы статически ничего не конфигурить как на Cisco, сделаем session trigger IP. Давайте еще раз вместе на конфиг посмотрим. Итак, есть фильтр мапа, который мачит SMP трафик. Этот SMP трафик навесит сервис в 10 мегабит в направлении in и out. Эту policy применили к сервису. Затем мы замачили с помощью префикс-листа наши IP-шники от абонентов и с помощью subscriber-мапы поймали абонентов и навесили нужный сервис. Subscriber-мапу применили на интерфейс BMI. Для возможности получения DHCP настроен DHCP ретрансляция на интерфейсе BMI, то есть перенаправлять сообщение DHCP от клиента в сторону DHCP сервера. Так, ну давайте смотреть, что получилось. У меня, в принципе, DHCP сервер настроен. R3 устройство тоже настроено. Давайте посмотрим, правильно ли все сделали. Могут ли клиенты получить адрес. Просто получить адрес. А, это уже ключи DNS. Да. Видимо, сейчас будет уже все успешно. Да. В DNS есть приколы. Так, а здесь-то мой адрес. Здесь у меня уже преднастроен клиент. Здесь, наверное, мы уже адрес-то получили. Сейчас посмотрим, что это интерфейс. Да, здесь уже адрес есть по DHCP полученный. Уже получили, пока разговаривали. Так вот, мы получили два адреса, 97, 98. Вот наши два абонента. Давайте посмотрим нашу общую табличку по абоненту. Пришел subscriber с BMI. Она пустая. Почему? Потому что session trigger стоит IP. Пока от абонентов не будет пакетов, никаких сессий не будет. Хорошо. Давайте пинганем. Здесь, как я не помню, маршрут есть у нас. Да, есть. Окей, давайте пинганем, попробуем. 8, 8, 8. Ту-ту-ту-ту. Думаю. Сейчас сервис проверю. Здесь что с пингом? Давайте тогда учусь вместе. Что забыл? Забыл. Давайте туда не высовываться, пока. 72, 101, 100, посмотрим. Это наш дефолтный гетвор. Что забыл, что забыл, что забыл. Россия SMP. SMP. Policy SMP, Subscriber Service, SMP, Subscriber Map Users 10, Interface BMI, Subscriber Map Users, Subscriber IP.
129. Матч динамика FXList. Так, сейчас помощь зала. Мод прокси, right. Save, accept. Так, все полиси. Set. Динамик, сет, скрабер сервис. Экзекьютор файл. Так, бываем. Давайте сделаем так. Это все из DNL. Session Trigger. HCP. Применяем. Заново переполучу адрес. Интересно, что получится. Пошел скрабер с этим адресом. Она не заводится. Она не заводится. Чего не заводится? У нас есть дебаг по абонентам, сейчас мы это и поймем. Так, шоу. Есть мой адрес, есть мой адрес. Давайте сделаем дебаг. Subscribers. Mac. 0050. 76. На 28 на кровать переса 28-29, то есть клиент 90, короче говоря, цели на кровать клиент 50, полученный по ДХЦ 129, это 240, 248. А, ну разумеется. О, спасибо. Действительно, конечно, так. Как это вообще позволилось. Конечно. Здесь я какие использовал? 16. Давайте, конечно. Не будем так делать. Окей, против средств остальных users. Пермит. Специально 2, 18, 16. Теперь ты точно покрывай. Правильно. Отлично. Давайте вернемся в стратегию IP. Ну, отлично, по трэблшу ты есть. Так. Попытка номер два. У меня интерфейс DBI есть здесь. И... Ну, даже не так. DBI 1. Отпустим его. Здесь заново получим адрес. ДХЦП. Все, получили по DHCP адреса, но теперь-то, теперь-то пинги должны быть, окей? Самое окей.
Корпус плюс. Тоже нет, да? Давайте теперь привяжем политику. Шла. Префикс не скоординированный. Configuration terminal. Subscriber map. Users 10. No set. Register service. Add CPMP. Subscriber service. Subscriber service. Add CPMP. Это все изменяет. Не то. Но. Users. И самое лишнее. Кстати, вот наши клиенты по DHCP такой адреса получили. Вот эти. Здесь можно видеть, какой листайм, когда актайм должен от них прийти. Так, ну давайте тоже изменим. Получим адреса. Изменение префикс листа на живую, желательно, конечно, сервис переправить. Теперь интернет, все есть, да? И здесь переведем интернет. Дело по каждому абоненту работает дебаг, то есть и по VPUE, и по IPUE. По MAC, по IP, по CLAN, но всегда можно отработать и понять, что конкретно с CPE происходит. Это очень частый случай, особенно с PPUE. Очень много глючных CPE-шек встречается, которые работают не по RFC, разумеется. И приходится вытаскивать проблемы различные. Так, ну давайте посмотрим на абонент, пошел subscribe с BMI. Вот они, два наши красавчика. Просто по выводу пройдемся. Два абонента с маками, с портами. Если нужно CLAN и сервисный VLAN и клиентский VLAN. Статус аутентификации у них accepted, маленькая буква L означает вот в шапочке локальную аутентификацию через prefix list. И большая буква L, как флажки в BGP, она говорит про авторизацию, про сервис. Локальная авторизация через subscriber service. Повторюсь, никто не мешает настроить радиус и сделать все это удаленно. Тип абонентов IPv4 и L2. В целом вот так выглядит базовая настройка клиентов. Так, ну отлично, потратили много времени на трэблшутинг. Дальше слезы сейчас должна быть, как и дальше со слезами не доходит. Но сейчас все проблемы устранили. Дмитрий, большой молодец, то, что обнаружил, что маска действительно слэш 29 не покрывает адреса. Так, ну давайте подводить итоги. Значит, о чем мы сегодня поговорили? Мы говорили про большой совещательный сегмент и работу контур по импульсам. В данном случае показал решение готовое, надежное, которое уже есть. Это применение вот этих SVI-интерфейсов, IP-анамер-интерфейсов, чтобы сохранить адресное пространство и так далее. Мы посмотрели и увидели, что разбивка по VLAN-ам – это не единственный выход, и не всегда он правильный. То есть, возможно, в некоторых сценариях гораздо проще разбить не по VLAN-ам жестко, а
использовать L3 устройство дополнительное, которое разобьет широковещательный сегмент, и использовать где-то отдельные VLAN, где-то один большой общий, но с дополнительными функциями по безопасности, такие как ARP Inspection, IP Source Guard и так далее. Не нужно придумывать велосипед, как я уже говорил. Если сеть L2 нестабильна, если постоянно присутствует какой-то флудинг лишний, и вы видите, что с вашим аккумулятором становится плохо, делите просто маршрутизатором на уровне L3 и все. Функции безопасности. Если функции безопасности недостаточно на ваших коммутаторах, то не забывайте, что с помощью архитектуры, такой как, допустим, LAN per user, можно решить и ARP proxy, и traffic segmentation, и private LAN, можно решить огромное количество ваших задач. То есть подмену ARP-а в LAN per user можно решить без проблем, используя traffic segmentation и switchport protected, и private LAN. Дополнительно хочу сказать, что если наши функции добавить функции с локальными службами ААА, то от этого получить можно очень большое количество плюсов. А именно, мы сможем отслеживать каждую абонентскую сессию по отдельности, следить за их аккаунтингом. То есть никто не говорил, что если у нас авторизация локальная, то у нас проблема с аккаунтингом. Нет. Мы можем авторизовывать абонента локально, а данные по нему отправлять на радиус по аккаунтингу абсолютно отдельно. Это вообще не является проблемой. Настроить политики полисинга и скорости для таких абонентов гораздо удобнее. Как я навесил бендлис для ICMP в 10 мегабит. Соответственно, вот в этом параметре бендлис можно было указать, с какого промежутка времени этот бендлис применять. В общем, все зависит от ваших целей и задач в принципе. И, разумеется, вместе с основными функциями можно получить дополнительные функции безопасности, такие как IP Source Guard, или те же самые ACL на уровне L2, L3, L4, потому что если сейчас на устройстве мы не демонстрировали, но если даже можно на самом деле посмотреть, если на интерфейсе BNI сказать L3 и Source Guard, эту функцию можно включить. Она работает за счет того, что у нас есть DHCP таблица, мы знаем об абоненте все, мы можем видеть изменения по ARP-ам. То, включив эту функцию, разумеется, нужно клянуть всех абонентов заново. Это быстро, я думаю, показать будет. Заново заведем сессию. Сейчас, наверное, Renew. DHCP, да. BBI1. Основная идея, да, что, короче, функции можем мы добавить по безопасности и по тем вещам, где используется динамика DHCP, разумеется, мы можем получить большой выигрыш. Вот в плане конфигурации. 1000 строк заменяется на сколько? Ну, порядка 30-40. Повесить общий сервис на абонентов. Ну, в случае можно сделать два сервиса, если нужно, не больше. И все делается динамикой. Это весь конфиг, который нужен. Никакие 10 тысяч строк. Маршруты по абоненту будут храниться вот в этой команде Show@Neural Database. Сейчас у нас один клиент есть, вот этот маршрут по Brass. /32, разумеется. Адресное пространство будет сохранено. Ну, шатдаун. Все, адреса получили. Раз уж начал про функции безопасности говорить, надо закончить это. Пинг 8.8. Теперь у меня должно быть два абонента. Правильно ведь? Show. Subscribers. Вот они, два абонента наши. У нас есть удобная команда по мониторингу, кстати, которую сейчас покажу. Она в каждой, вот, допустим, в данном случае, каждые 2 секунды будет вводить эту команду, и можно в режиме реального времени смотреть, как таблица изменяется.
Есть сейчас два абонента, и IP-сосгад включен. Давайте попробуем IP-шник поменять. У меня там аксесс-листы вроде как должны достроены быть. Если я сейчас поменяю IP-шник, вот у него 98-й, я скажу, я хочу быть 97-м. IP 172.101.0.97, я хочу быть 97-м, с маской 29. Сошлю за 101.0.100. Я хочу выйти в сеть. Опа! Обратите внимание, как запись поменялась. IP-шник поменялся, и теперь у него доступа в интернет нет. То есть функции IP-SourceGuard можно использовать и на L3 устройствах. В данном случае, вот пример с нашим брасом. Некоторые функции свечей можно перекинуть на функционал L3 без проблем. Даже не потеряв в этом, а выиграв в некоторых функциях. Как-то так. Флажок B, блок B, IP-SourceGuard. При этом, разумеется, функционал для основного работает, для основного клиента. Так, ну, давайте подводить итог. Если мы уже во всем сказали. Родион, ты случайно не в курсе, Сергей подключится к нам, нет? Отлично. Но мне, коллеги, я тогда хотел вам сказать большое спасибо за то, что уделили время, за то, что мне удалось показать. В целом, ну, к вопросу, да-да-да, я вижу, к вопросам сейчас перейдем. В целом, я очень рад, что мне удалось показать наш базовый функционал, познакомиться с нашим устройством. Контакты свои скинул в начале презентации. Если что, звоните, обращайтесь, пишите. С удовольствием все подскажу, помогу разобраться. Вот. Теперь вопросы. Можно ли получить образ виртуальной машины Brass для тестирования? Владислав, это вот на самом деле фича, одна из главных у нас сейчас. Политика компании пока запрещает мне виртуальный образ передавать, исключительно потому, что он не зашифрован. Вот Родион подсказывает, на какой коробке, да, могут давать тесты. Кстати говоря, Родион, я правильно понимаю, да, это, видимо, сейчас открой ссылку, это мини-сервер, да, это вот одна из последних наших платформ, которую мы делали совместно с NAC. И в ней есть, ну, очень большой плюс из-за того, что мы вставили там дополнительный SSD, там есть возможность запуска как эко-роутера, так и НАТО. То есть мы все наши устройства запускаем в одной маленькой коробке. Весь функционал, практически весь функционал и продукции решения компании RDP внутри одной маленькой красивой коробочки. Ну, по-моему, это здорово. Так, ну, про запись вебинара, я думаю, Бендер все рассказал. Вопрос. Dual-stack это решение тоже имеет? Какое-то ограничение есть и тому подобное? К сожалению, на данный момент IPv6 наша платформа не поддерживает как таковая. Но весь приходящий IPv6 трафик мы можем либо прозрачно пропустить через себя, либо отправить в нужном VLAN, либо засунуть его в QNQ и отправить дальше. Сейчас пока абоненты с IPv6 на наших устройствах не работают. Так, ну тут уже начался трэблшутинг, я вижу. Дмитрий, еще раз большое спасибо, то, что поделили трэблшутинг уровня CCNA. Это здорово. Маски нужно считать быстро. Это здорово. Так, по TCP-MTU вопросы. Окно TCP за это разные вещи. Терминалы, стандартные MTU, точками. Это окно будет 8 тысяч. Но да, здесь нужно понимать, что MTU у нас относится к уровню L3, а TCP Window относится к уровню L4. И эти вещи абсолютно никак не связаны. И это, между прочим, та штука, на которую я тоже в свое время оступился. Я, ну, очень сложно понять, как взаимодействует уровень L3 с уровнем L4 в данном случае, чтобы понимать, в каком размере будут передаваться данные. Лучше всего изучить, ну, это не на одну минуту, не на пять минут ответ на этот вопрос, лучше всего изучить в плане
когда речь идет о фрагментации. То есть, изучив понятие фрагментации на уровне L4 с помощью TCP-стека и изучив понятие фрагментации на уровне IP с помощью MTU, все вопросы уйдут, как MTU связан с TCP-окном. Когда будет DualStack? Когда будет DualStack? Я надеюсь, что через полтора месяца наша команда приступит к первой реализации IPv6 на Брасе. Ну, еще вопрос, с чего начать? Это именно реализация IPv6 клиента. С чего начать? Это IPCP версии 6, либо начать с обычного интерфейса L3 с IPv6 адресом IPUE. Это еще вопрос, с чего начать придется. Ну, Сергей, да, все ответил за меня. Какой буфер порта тестового? Максимальное количество клиентов на железке, где смотреть. Но количество клиентов, если мы говорим про коробку, которую продемонстрировал Radeon, на этой коробке лично мной было протестировано 2500 абонентов. Я, к сожалению, не знаю с точки зрения маркетинга, какие мы цифры пишем, но вот если на первый слайд обратить внимание, то по производительности они очень похожи. Вот у нас верхняя модель, 110-я, и та коробка, которую Radeon показывает. Вот на ней, в принципе, 1000-2500 абонентов может быть. Следующее устройство – это 116 и 216 модели. Там в районе 50 тысяч абонентов уже. Ну а вот большая 1004, которая с 10G-шными интерфейсами, огромным количеством SFP, модульная платформа, там и до 50 тысяч абонентов может быть. А в целом максимальное количество клиентов, которые тестировались на Spirate, было 128 тысяч. Но таких реализаций еще нет. Если честно, Андрей, по поводу буфера порта тестового не совсем понял вопрос. Вопрос мне. В первую очередь IPv6. Ну, вероятно, да. Но, знаете, тенденция такова, что все чаще клиенты отказываются от IPv6 и переходят на PPP. Опять-таки, ввиду того, что нету способа сбросить абоненту IP-адрес. В новых реализациях DHCP якобы в RFC описан специальный тип сообщения, который отправляется клиенту, чтобы он переполучил адрес. Но, как показала практика, многие операционные системы, в том числе и CPE-шки, начинают виснуть от этого. 408, ну это, видимо, 406 железка. Но вот сейчас показать, сейчас я думаю, смогу показать, нет. Вообще 10 тысяч предполагается. Может и больше. Андрей, по поводу блокировки холл, что имеется в виду? Очереди в плане КОС. Реализация резервирования на двух железах 406. Подразумевается, что если у нас так называемое стыкирование делать сейчас пока нельзя, вот, но абсолютно две вместе железки могут существовать, если настроить так называемый ВРРП. Сейчас ВРРП реализация, она в проекте, она сейчас работа над ней ведется, поэтому как только мы сделаем ВРРП, а на обычных интерфейсах он есть, как только мы все решения протестируем, мы его дадим, я думаю, буквально неделю-две ВРП появится на нашем интерфейсе. А с точки зрения резервирования, здесь, конечно, есть, ну, надо не забывать про лаги, надо не забывать, ну, это поддерживается, разумеется, все. То есть BMI интерфейс может приконечить к лагу из 8 портов вообще без проблем. Работа с двумя DHCP серверами есть, работа с двумя радиус серверами есть.
в этом плане все окей. Но это если говорить про IPUE. Если мы говорим про PPUE, то сама природа протокола PPP позволяет использовать Brass PPP два ряда без использования функции L3. То есть PODO Timeout будет корректировать подключение абонентских сессий к конкретному Brass или нет. Как обойти узкое место, если пока нет стека? Если это не Brass, а просто входной бордер. Но вот у нас поэтому, собственно, и делали. Получается, к нам летели пакеты IPv6, мы их принимали в порт и отправляли в нужном VLAN на устройство, которое может принять трафик по IPv6, BGP в данном случае. То есть мы являлись своеобразным мостом. Вот так вот. То есть это реальный use case, который использовался. А по поводу очередей и карточек, ну тут ни для кого не секрет, поскольку у нас архитектура x86 Intel для своих и сетевые карточки, то сетевые карточки мы используем, которые поддерживают драйвер DPDK, разумеется, мы его используем. То есть все входные буферы и все функции COS, очередей, железные очереди, все, разумеется, варианты взяты из драйвера DPDK, да, тут Plain Development Kits. Но сама реализация коса и алгоритмов обработки очередей, она собственный алгоритм закрытый, подтвержденный Ростелекомом. Пока ждать, в смысле IPv6, но других вариантов я не вижу. С точки зрения бордера, в принципе, могу говорю, при направлении на другого соседа, который IPv6 поддерживает. С точки зрения браса абонентов, то это, конечно, нужно делать. Где получить наименование, те характеристики и цены? Ну, во-первых, по поводу наименования тех характеристик можно посмотреть на нашем сайте RDP.ru. Кстати, я чего не скинул-то еще. Во-первых, не у нас после того, как мы делаем каждую фичу, мы делали демонстрации, видео для наших менеджеров, так сказать, и так далее. Здесь всякие видеодемо по настройке есть, некоторые функционалы интересны. Возможно, вы там найдете что-то интересное. Касательно цен, а вот Родион уже скинул, да, НАК по поводу цен все подскажет. Те характеристики можно всегда посмотреть, либо на, ну, уточнить у Родиона, либо прям пишите мне напрямую. Я уточню по каждой, вот что вас конкретно будет интересовать. Количество псевдопроводов в MPLS для такой-то железки на одном интерфейсе. Я без проблем скажу цифру конкретную. А программное обеспечение где получить? Да, программное, да, ПО отдельно не продается, только все в коробке. Нельзя поставить на обычный сервер. Это продал. Блин. Нет, Евгений, ссылка выше — это не система, это я отправил. Это видеодемо по настройке маршрутизаторов. Это записывалось нашими разработчиками непосредственно, когда функционал делался. Там много прикольных моментов найти. Так, я смотрю, мне еще Родион прислал несколько вопросов, но про ВРРП реализацию я все вроде ответил по поводу определения ААА. Но были вопросы по поводу определения ААА. Ну, разумеется, давайте еще раз повторим. ААА – это с точки зрения браса, это есть аутентификация, можно абонент выходить сеть или нет, есть авторизация по поводу сервиса и есть аккаунтинг по поводу данных, которые... сколько данных отправляется к клиенту или от клиента. Ну, минимальный набор, так скажем. Если мы говорим про ААА с точки зрения коннекта к железке, то, разумеется, аутентификация – это возможность зайти на устройство, а авторизация подразумевается список команд, которые можно сделать, а аккаунтинг подразумевает просмотр за пользователем, какие команды он ввел. Ну, то есть здесь все зависит от ситуации. Я с точки зрения браса рассмотрел. Столкнулись с маленькими буферами портов
и настройками курса не помогает. Приходит 10 же интерфейс, приходит 10 же на 1 же. А настройки COST не помогают, в смысле, с точки зрения планировщика непосредственно. То есть здесь, я думаю, проблема-то не то, что очень маленькие железные очереди, и здесь скорее проблема может быть в алгоритме. А, ну в этом смысле, ну да, это классика, да, я понял. Мы тут тоже с такими вещами сталкивались на нашей сети, когда у нас уберанцы присутствовали на коммутаторах и на роутерах. Да, когда буферы приполняются. И знаете, какой выход из ситуации? Это настройка ПТП. Тактовая частота генераторов, осцилляторов, как хотите называть, на устройствах. Так, чтобы тактовый генератор устройства работал одинаково. Туда буферы переполняться не будут. Если ваши коммутаторы работают, попробуйте задуматься о синхронизации. Можно подробнее о синхронизации. Родион, у меня еще есть время, или есть. Но касательно синхронизации. Часто можно встретить на сети такую вещь, что когда мы говорим про того, что переполняются буферы на карточках, чаще всего это связано с тем, что скорости тактовых генераторов на устройстве приемника и на устройстве получателя разные. О чем это говорит? Такт устройств разный, и карточка, которая работает с осциллятором или генератором, как хотите называйте, обрабатывает пакеты в разный такт времени, по-разному. Пускай скорость и автосогласование на интерфейсах есть, порой этого недостаточно. Если мы говорим о точной и тонкой настройке КОСа, либо о переполнении буферов на карточках, то ПТП порой, возможно, решит вашу проблему, особенно если буфера на карточках маленькие. Потому что за ПТП чаще всего это аппаратная поддержка карточек подразумевается. И если тактовый генератор настроен в определенный такт у ресивера и у отправителя и получателя, то есть вероятность, что ваши буфера будут по карточкам. Да, не за что, Владислав. Тут просто в мобильных сетях это очень распространенный вариант. То есть ПТП и КОС – это абсолютно разные вещи, но когда мы говорим именно про железные очереди на сетевых карточках, здесь ПТП как нельзя кстати. Хотя, опять-таки, кстати говоря, вот у Микротика, ПТП вроде как до сих пор не реализован, хотя для их Wi-Fi устройств, мне кажется, это был бы прорыв. Ну, и, конечно, вроде как ГЛОНАСС должны еще использовать GPS, но это был бы прорыв, наверное, если бы они настроили высокоточные часы до Wi-Fi, особенно при хендоверах. Ох, как это помогло бы. Ну, видимо, вопросы закончились.
Ладно, коллеги, всем спасибо еще раз. Я надеюсь, мы еще встретимся обязательно с вами где-нибудь в чатах. Как говорится, наверное, мне пора прощаться. Да, я говорю всем счастливо, передаю слово Сергею Никулину и до встречи по ту сторону сетевого кабеля, ребят. До встречи. Здравствуйте всем. Может быть, меня слышно? Это Бендер Родион. Я просто хочу завершить небольшой маркетинговой, так сказать, ремаркой. Всем, кто слушал наш вебинар, мы сообщаем наш секретный промокод вебинар. Этот промокод так и звучит, вебинар. И если вы обратитесь к нашему менеджеру в компанию NAC с запросом ценового предложения на маршрутизатор EcoRouter 1004 с четырьмя десятками и с 5 миллионами маршрутов в FIBE, вы получите на него специальные условия. Этот промокод действует, да, для тех, кто слушал наш сегодняшний вебинар, тех, кто заинтересовался. Ну, если вы слышали то, что я только что сказал, ну, как-то отметьтесь, пожалуйста, в чате. Вот. Обращайтесь. Вот Сергей Никулин, наверное, наладил звук, и, возможно, он тоже что-то скажет вам. Сергей? Да, коллеги, слышно меня? Я слышу. Отлично. Да, смотрите, что я еще хотел сказать. У нас на КОЕ появилась интеграция с юзерсайдом. То есть можно, в принципе, ну, есть примеры, когда клиенты наши, там, Трайтек, конечные данные в карточку абонента юзерсайдовскую засунули. То есть там вот я знаю, что многие ждали этой фичи, вот она появилась. Но это не то, чтобы прям фича, но просто есть, скажем так, опыт, как это люди сделали. Вот. Ну и, собственно, да, предложение по поводу роутеров, вот на бордер. Мы хотим в ближайшее время интенсифицировать продажи бордеров. Уже достаточно много набралось внедрений, железка стабильна, так что welcome, обращайтесь в NAC и получите действительно хорошую цену. Спасибо, Сергей.
Ну, Все, мы, все. наверное, будем завершать наше сегодняшнее мероприятие. Спасибо, уважаемые гости, что пришли, что поддержали активную дискуссию. Мы очень старались при подготовке данного вебинара. За небольшие неурядицы с нашей платформой приносим от себя извинения. Но я думаю, мы извлечем из этого выводы, сделаем правильные выводы, извлечем уроки. И сделаем наши мероприятия еще более комфортными, для вас более удобными. Спасибо всем. До свидания. Счастливо.